Здравствуйте, Антон. Это видео про ваш одуванчик. Вот, видите, он вклеен в юбку на моем объективе. Сейчас я вам покажу, как он работает. Когда вы ставите объектив с одуванчиком в камеру, диафрагму выставляете на 22. Это автоматическое положение, при котором она будет управляться с камеры, как на автофокусных объективах. Совмещаем черную или белую точку на объективе, вот, или значение 22, или средний контакт одуванчика с белой точкой на камере, на байонете, и аккуратно поджимаем внутрь, поворачиваем до щелчка против часовой стрелки. Вот, смотрите, одуванчик запрограммирован от 1,8 до 22. И фокусное расстояние 105 миллиметров. Итак, повторюсь, на объективе стоит диафрагма 22, это автоматическое положение. И здесь вы, как на автофокусном объективе, выставляете ту диафрагму, которую нужно. На камере стоит режим AF. Если у вас выставляется режим AF не здесь, а в меню, то ставите AFS. Ставите режим, например, приоритет диафрагмы. Точечный замер, смотрите в видоискатель, поджимаете кнопочку на половинку. Когда вы видите, что загорается точка, по которой вы фокусируетесь, а не только та зелененькая, которая обычно на мануальных объективах работает с Никоном, вот, вы слышите звук и слышите, и видите световой сигнал, то можно нажать кнопку затвора полностью, или вы просто-напросто нажимаете кнопку затвора полностью и наводите резкость, и как только резкость появляется, затвор срабатывает. Таким образом можно вести динамические съемки. Таким же образом аккуратненько вытаскиваем, нажимаем кнопку стопора и вынимаем объектив с одуванчиком. Сейчас я юбочку откручу, упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.